Сегодня в Хасавюрте стартовало первенство Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2004-2005 годов рождения, посвященное памяти видного общественного и политического деятеля Гамида Гамидова. В первый день соревнований в борьбу за 6 комплектов наград вступили около 300 участников. Соревнования продлятся до 21 января. По итогам турнира тренерский штаб отберет команду Дагестана для участия в состязаниях округа.